Нормально. Ненормально. Еще раз. Будете сами потом себе покупать. Иди сюда, блядь. Ценить. Эту повестку, да? Еще раз. Да, пожалуйста. Еще раз. Так, вот вы мне напомнили. Попробуй. Еще раз. На всех кимоно будет номер. Чтобы вы помнили. Оставлять кимоно будете здесь. Одев потом. Садами сюда. Ксюшенька. Нет, Ксюша, не надо им завязывать. Возьми пояса, нужно вот раз пояс, два пояса, еще два пояса сюда. Ну и сейчас заставим. Сади, просто сели, аккуратно. Значит так, я буду с вами еще раз работать, я не всех помню. Значит так, Кукартем, ручку поднять. Скажи, пожалуйста, ты когда заходишь, ты, наверное, что делаешь? Заходишь сюда. Если говоришь добрый день, или буду сделать дом волонтер. Один дом волонтер. А что ты делаешь, когда говоришь директора? Как директора зовут? Ты знаешь? Домна Елена Фрунзе. Когда ты идешь мимо директора, что надо сделать? Ничего не надо делать. Ты идешь, остается 2-3 метра. Ты должен поклониться, как дзюдоист. Маленький поклон, сказать, все, идешь. Когда ты видишь классного руководителя, что должен сделать? То же самое поздороваться. Девочки, еще раз, такой порядок. Пришли сюда, зашли, поклонились залу и поздоровались с тренерами. Уходите, то же самое. Если вы хотите выйти, это каратисты кланяются. Потом те, кто занимается тэквондо, карате не так берут. А дзюдоисты кланяются дальше. Увидели директора. Как зовут? А что за ТВ? Как директора зовут? Домна Елена Фрунзе. Уже будете говорить. Буна сделал, буна деменяться, буна ся. То есть первый, кого вы видите в лице, я даже не поздоровался. Вот стоит хорошо. Стоит один тренер, второй тренер и директор. С кем вы будете здороваться в первую очередь? С кем? Директора. Самый главный. Он мой начальник, ее начальник и ваш начальник. В первую очередь с директором. Увидели? Потом мы сделаем голову тренера. Не надо вот этого. Ты учишься, у тебя есть учителя. Видишь учителя? Поздоровайся. Учитель тебе тогда вспомнит. А, Андрей со мной здоровается. Все не здороваются, а Андрей здоровается. Не поставлю я ей семерку, поставлю лучше восьмерку. А так как ты бегаешь мимо и не здороваешься, поэтому каждый учитель помнит. Еще раз, если я узнаю, или мне кто-то скажет, что вы не здороваетесь, есть ходят здесь учителя, значит, во-первых, это касается вас. Увидели директора классного руководителя, любого тренера, остановились, поклонились, как более, все. Ушел, можете дальше играть. Особенно вас, обязательно здороваться. Тренер, классный руководитель, директор. В первую очередь с директором. Вот здесь я это уберу, Сережу Томну. Это мой ученик. Я первый тренер, а потом еще были много тренеров, которые с ним работали. Он на Олимпийских играх стал третье место. Но не только я, а еще 5-6 тренеров тренировало его, поэтому... Когда что-то лично моя заслуга, нет, я только начал с ним, 6 лет, 5 лет работал, потом он перешел, работали другие тренеры. Значит, еще раз, стоят три человека, тренер, классный руководитель и директор. Первым, с кем вы здороваетесь, это директор.
Вторым вы здороваетесь, классный руководитель. И третий – тренера. Еще раз вам напоминаю. Бежишь, пробежал, не заметил. Вдруг тебя сразу поворачиваешься. Все. Сразу к вам другое отношение. Ко мне другое отношение будет. Меня директор как лишний раз не поругает. Стоп. Разрешите. Вперед. Пожалуйста. Мобильный. Где мой мобильный телефон? Ой, где мой мобильный телефон? Где мой мобильный телефон? В кабинете. А почему? А потому что я работаю на работе. У меня идет работа, и поэтому жена не звонит, дочка не звонит, сын не звонит, друзья не звонят. Я не знаю. И если я где-то хожу, я говорю, не звоните мне с часу до 4-5 не звоните. Я не отвечаю, потому что... Вот если взять телефон мой, у меня там два времени. Первое – это наше время, а второе – там, где моя дочка, она в Бостоне, под Бостоном живет, в Америке. И там есть другое время. Увидим время, я вам скажу, где находится моя дочка. Вот раз, например, день, вот сейчас на работе. Вот суббота, да, ага, едет на гимнастику с детьми. Ага, воскресенье, ага, едет, у них там, едет куда-то. Или вот, то есть я знаю. Она знает, где я нахожусь. Вот в университете в Америке, когда она училась, и если кто-то звонит, и она поднимает трубку в университете, могут исключить. Да? И если вы списали с интернета, взяли, просто списали, учитель заметил, выгоняют с университета. Она говорит, я пару раз звонил, она говорит, она что-то говорит, папа, мы оставляем мобильные, мы с ними не ходим в университет. У нас нет свободы. Они в другом месте, есть шкафчики, все, мы там оставляем. Поэтому даже не звоним. То есть есть порядок. Здесь вы должны предупредить родителей, особенно мальчики предупреждают своих девой, своих друзей, что я с двух до трех, до четырех на тренировке не звоним. А если звонят, значит я понимаю, что вы еще не привыкли. Должны привыкнуть к этому распорядку. Дальше. Значит, насчет кимоно. Кимоно я подписал, вы посмотрите, вот где сидишь, Жасмина, где сидишь, там сложишь и здесь поставишь. И здесь сидишь. Нет, ты забираешь, и там нужно будет просто отметить. И ты вот эти три человека. Раз, два, три. Они занимаются давно, я их хорошо очень знаю, они всегда хорошо, аккуратно складывают. Потому что у меня там столько вещей девочек, я же. Так, так удобно в раздевалке или нет? Или поставить стулья, как было? Единственное, что я вам потом вешалку еще поставлю, чтобы можно было вешать. Просто. Так, с этим понятно, да? Значит, раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти шесть человек, вот ты здесь сидишь, вот здесь твое кимоно и пояс. Вы ставите там. Теперь я вас ищу. Я, знаете, я старый, болел ковидом. Я всех не помню. Вот, например, Руслана я помню. Вику помню. Михаила помню. Почему они давно занимаются, я все время с ними общаюсь. Если человек... Так, теперь смотрите дальше. К нам придет директор, когда мы будем сдавать. Мне сказали так, что с понедельника вы начнете кушать. Я обрадовался, уже и бегал. Вот с утра. Три дня с утра я здесь. Только сегодня еще прихожу, потому что вчера директор получил по шее. Естественно. Шею я уже отработал. Еще раз, вот я сделаю снимки, сделаю портрет директора, свой, тренеров, классный руководитель, замдиректора по спорту. И он будет, вот, не знаю, не здесь, но мы повесим, вы будете знать, кто это. Надо обратиться, вы подойдете, скажете, Дон Виктор, разрешите обратиться.
Все. Он для вас все сделает. Дальше. Сейчас у вас кимоно. Директор сказал, что придет к нам на контрольные нормативы, которые мы будем сдавать. Я думаю, это кувырок вперед. Это скакалка у девочек, у мальчиков. Я тоже дам скакалку. И пресс. И пресс. Как вы сделаете, так вы попадете в группу. То есть и мы сможем кушать. Есть девочки, которые занимаются гимнастикой, танцем. Значит, вы в той секции пока остаетесь записаны. Потому что делается все тяжело. Я вам еще раз отдельно объясню. Еще раз отдельно. Там есть то, что вы будете кушать. Но там мне нужно поговорить с вашими тренерами, которые вас должны тренировать. Я узнал, что я не могу все вам рассказать. Просто не могу все рассказать, потому что это среди взрослых. Но должно быть все хорошо. Не знаю, как получится, но должно быть все хорошо. Дальше. Теперь смотрите внимательно. Если вы выйдете, да, придет директор, мы построимся, начнем разминку. А вы... А, кстати, вы знаете, что ваш директор занимался дзюдо? Да. Да. Я знала, когда одна... Знал, была, да? Да. Вот. Она меня хорошо знает, потому что я не работал здесь. Она меня знает. Я когда тренировал, она тренировалась у нас в такой Васильевском, да, тренер среди девушек. И вот там Донна Елена выступала. Она выступала с ребятами здесь, которые меня тренировались. Она говорит, Сергей Анатольевич, она же была просто учительница, а потом стала директором. Если вы вот так завяжете, а, или вот так можно, вот некоторые еще так завязывают, вот так. И больше. Показывают, как завязывать. Самый легкий способ, когда вы научитесь, то, что вам показывают второй способ, так как завязывают уже мастера спорта. Я показываю, как новички. Встали. Встали. Сняли пояс, взяли вот так. У кого маленький пояс, мы поменяем. Вика, чуть-чуть сюда поднимется. Вот смотри, вот как эту девочку зовут, я не знаю. Да. Еще раз. Николета. Николете нужен другой пояс. Два пояса нужно. Нормально, пока нормально. Мы попробуем. Если будет маленький, мы дадим. Вы, я думаю, можете поменяться даже. Нет, если у тебя длинный, лучше с ней поменяться. Попробуем. Посмотрите внимательно. Пояс. Середина, животатель. Да? Мальчик. Смотрите, запахнули. Раз, два. Середина. Пузо. И вокруг. Оп. Два. Видите, оно пришло вот сюда. Что дальше делаем? У вас нету пионерского галстука. Вы не знаете, кто такие пионеры. Вы родились не в то время. А мы были пионеры. Мы галстук все время носили красный. Завязывались. Были октябрята, вот маленькие, до 5-4 пионеры, потом комсомольцы. Теперь смотрите. Ставлю раз и сверху два. Вот. Раз, два. И тот, что снизу поет, снизу, сразу за два. За два. Вот. Оп. Видите, да? И потом еще раз на уровне. Оп. И все, и получилось это. Слушай, а посмотри, пожалуйста, у них. А, нет, посмотри, у девочек, а я у мальчика. Посмотрим. Стоп, иди сюда. Бегу. Посмотрите внимательно, девочки, Петя, поехали, посмотрите, видите, какой, да, на соревнованиях не разрешают, значит, мы что сделаем, снимай пояс, вот себе другой посмотрим, раз, два, да, вот, теперь берешь тут что снизу, сразу задал, оп, оп. Кто завязал пояс, может сесть. Скажите еще раз. Вот молодец, умница. Но он будет развязывать. Раз. И еще раз.
Сейчас 120 считают. Разрезали поезд. Поезд разрезали.